Друзья, я с превеликим удовольствием представляю свою соведущую. Это Верочка Полоскова. Одна из авторов вот этой книги, книги, ради которой объединились поэты, которых невозможно объединить. Что касается прекрасной идеи благотворительности, то каждый из теории малых дел исходя способен дать что-то, что у него в избытке. И вот у кого-то есть деньги, у кого-то есть много времени, чтобы уделить людям. У поэтов оказалось по 3-4 стихотворения, которых у них, в общем, оказалось так много, что можно было... Это очень круто, потому что у каждого должно быть что-то, чем не жалко поделиться ради того, чтобы кому-то стало легче. Я прочту два коротких и поблагодарю вообще судьбу за то, что получилось так, что всех вас можно было сегодня увидеть. Спасибо вам огромное, что вы были здесь. Или даже не Бог, а какой-нибудь его зам поднесет тебя к близоруким своим глазам, обнаженным камушком, мертвым шершнем, и прольет на тебя дыхание, как бальзам, настоящий рижский густой бальзам, и поздравит тебя с прошедшим. С чем прошедшим? Со всем прошедшим. Покатает в горсти, поскоблит тебя с уголка, кудри слабого чаю, лоб сладкого молока, беззащитные выступающие ключицы. Скосишь к низу зрачки, плывут себе облака далеко под тобой, покачиваясь слегка. Больше ничего с тобой не случится. Ну, привет, вот Бог, а я его генерал. Я тебя придирчиво выбирал и прибрал со всем твоим барахлишком. Человеческий, весь в прожилочках, минерал. Что-то ты глядишь изумленно слишком, будто бы ни разу не умирал. Один последний. Можно? Осень опять надевается с рукавов, электризует волосы, ворот узок. Мальчик мой, я надеюсь, что ты здоров и бережешься слишком больших нагрузок. Мир кладет тебе в книги душистых слов, а в динамике новых музык. Город после лета стоит худым, зябким, как в 7 утра после вечеринки. Ничего не движется, даже дым, только птицы под небом плавают, как чаинки, и прохожий смеется паром, уже седым. У тебя были руки с затейливой карты вен, жаркий смех и короткий шрамик на подбородке. Маяки смотрели на нас просительно, как сиротки. Море брызгалось, словно масло на сковородке, пахло темными винами из таверн. Так осу, убив, держит в пальцах. Ужаль, ужаль. Так зареванными идут из кинотеатра. Так вступает осень. Всегда с оркестра, как Фрэнк Синатра. Кто-то помнит нас вместе. Ради такого кадра. Ничего. Ничего. Ничего не жаль. Спасибо. Дождь. Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+.